дорогие друзья, уважаемые участники, гости и почитатели высокой музыкальной культуры. В четвертый раз наша школа гостеприимно распахивает двери для юных исполнителей со всех уголков России, талантливых ребят и педагогов. Открыл четвертый всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Михаила Афанасьевича Матренина оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса имени Штокового, художественный руководитель и главный дирижер Игорь Иннокентьевич Новиков. Рождение конкурса неразрывно связано с именем выдающегося деятеля культуры, музыканта, блистательного педагога Михаила Афанасьевича Матренина. 45 лет он посвятил служению творчеству, людям. Он вырастил плеяду гордых педагогов, которые продолжают его святое начало – воспитание подрастающего поколения в гармонии с традициями народной музыкальной культуры. Конкурс невозможно представить без творческого союза ученика и педагога. Благодаря кропотливому и упорному педагогическому труду мы имеем возможность открыть новые имена юных музыкантов, погрузиться в самобытную народную культуру, приобщиться к искусству и миру музыки. Подарим всем учителям нашего зала самые теплые аплодисменты. На торжественной церемонии открытия 4-го Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Михаила Афанасьевича Матренина присутствуют почетные гости. Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта Елена Алексеевна Пахомова. Глава Осинниковского городского округа Игорь Васильевич Романов. Председатель Совета народных депутатов Осинниковского городского округа Александр Сергеевич Быков. Учредитель благотворительного фонда имени Михаила Афанасьевича Матренина Сергей Михайлович Матренин. Конкурс исполнителей на народных инструментах имени Михаила Афанасьевича Матренина имеет богатую историю, сложившиеся традиции и широкую географию. 10 лет назад, в 2007 году, он получил статус открытого городского и блестяще проводился на протяжении 3 лет. Успех конкурса и популярность среди музыкантов позволило поднять его уровень. В 2010 году конкурс имени Михаила Матренина получил статус всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах и вошел в состав Ассоциации музыкальных конкурсов России. За 3 года проведения в новом всероссийском качестве участниками конкурса стали более 300 учащихся музыкальных школ и школ искусств из 20 регионов России. Этот конкурс не стал исключением и позволил собрать на Кузнецкой земле 87 юных музыкантов в возрасте от 9 до 16 лет из 29 школ Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Свердловской, Томской, Омской и Тюменской областей. Ребята будут состязаться в мастерстве по 4 специальностям – домра, балалайка, баян и аккордеон. 3 дня будут проходить конкурсные прослушивания, по результатам которых члены жюри выявят имена победителей. Церемония награждения состоится 4 февраля в 12 часов. Конкурсанты будут бороться за звания лауреатов первой, второй, третьей степени, а также гран-при конкурса. Дорогие друзья, слово для поздравления представляется заместителю губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта Елене Алексеевне Пахомовой. Добрый день, дорогие друзья! Становится доброй традицией приехать в Осинники и поприветствовать участников всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени замечательного педагога, замечательного, я бы сказала, уникального музыканта Михаила Афанасьевича Матренина. Поэтому от всей души позвольте мне от имени нашего губернатора Амана Гумеровича Тулеева, от себя лично и от всех коллег поздравить вас и поприветствовать всех участников и гостей 4-го Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах. Я хочу сказать,
Спасибо. Я хочу сказать, что в России проводится ряд конкурсов международного уровня, которые помогают раскрывать таланты, поддерживать юных исполнителей. Это такие конкурсы, как Московский международный конкурс-фестиваль, конкурс юных исполнителей имени Андреева в Санкт-Петербурге, конкурс Кубок Фридриха Липса Челябинск, конкурс Надежда Красноярск. Расширяется география этих конкурсов, увеличивается число юных исполнителей, которые проявляют интерес к народным инструментам. А значит, и к сохранению лучших традиций русской исполнительской школы, что, конечно, не может нас не радовать. Наш конкурс для детей юношества проводится уже в четвертый раз. И, несомненно, это заметное событие в культурной жизни Кузбасса. Я хочу сказать, что начинался этот конкурс на уровне города, был городским. 4 года подряд он проходил как городской, а затем стал уже всероссийский. Уже 4-й год он проходит под эгидой всей России. Основная цель конкурса – это, конечно, пропаганда народной музыки, выявление юных, талантливых, перспективных музыкантов. Но это еще и дань памяти замечательному музыканту и педагогу Михаилу Афанасьевичу Матренину. Поэтому мне бы хотелось сказать сегодня слова особой благодарности его сыну Сергею Михайловичу Матренину за святой сыновий долг, за то, что конкурс состоялся вновь, и за то, что у фонда находятся силы, средства, возможности организовывать этот замечательный конкурс. Собирать в осинниках на родной земле юных исполнителей на народных инструментах со всей России. И встречаться здесь с замечательными музыкантами-педагогами, которые вошли в состав жюри конкурса. Спасибо вам и низкий вам поклон, уважаемый Сергей Михайлович. Я хочу поблагодарить главу города Осинники Игоря Васильевича Романова как раз за то, что находит возможность поддержать и оказать помощь представителям благотворительного фонда имени Михаила Афанасьевича Матренина в организации этого конкурса. Спасибо, Игорь Васильевич, вам и вашей команде. Спасибо за это. Конечно, я хочу сказать слова благодарности всем членам жюри за то, что в своем плотном графике вы нашли время приехать в Кузбасс, послушать конкурсантов, дать мастер-классы для юных музыкантов. Я думаю, что это очень значимо для них, пообщаться с такими мэтрами. Юных музыкантов у нас в этом году собралось, как уже сказали, 87 человек. И я надеюсь, ребята, что вас ждут увлекательные творческие состязания, профессиональное общение. И очень надеюсь, что здесь вы найдете новых друзей и увезете с собой незабываемое впечатление о нашем Кузнецком крае. Желаю всем участникам конкурса проявить максимум своего таланта, членам жюри, конечно, плодотворной работы, а зрителям ярких и сильных эмоций. Пусть победит сильнейший, но я уверена, что здесь собрались только самые достойные и самые сильные. И даже если в этом году что-то произойдет, какой-то сбой, пожалуйста, приглашаем вас принять участие в следующем, уже будет юбилейном, 5-м конкурсе фестиваля. Дорогие друзья, у меня есть поручение нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева вручить благодарности тем людям, которые на протяжении всех 4 конкурсов являются членами жюри. Позвольте, я его выполню. Я приглашаю народного артиста России Сергея Федоровича Лукина. Уважаемый Сергей Федорович, выражаю вам глубокую признательность и благодарность за неоценимый личный вклад в подготовку и проведение 4-го Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Михаила Афанасьевича Матренина, за ваше искреннее желание сделать нашу жизнь лучше, светлее, добрее. Я приглашаю удивительную женщину Наталью Викторовну Богданову. Уважаемая Наталья Викторовна, выражаю вам огромную признательность и искренне благодарю за ваш личный вклад в подготовку и проведение 4-го Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Матренина. От всей души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений. С уважением, губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. Слово предоставляется главе Осинниковского городского округа Игорю Васильевичу Романову. Добрый день, уважаемые гости нашего города, уважаемые жители города, уважаемые друзья, коллеги. Мы с вами сегодня открываем 4-й Всероссийский
конкурс молодых исполнителей игры на народных инструментах в городе Осинники имени Михаила Афанасьевича Матренина. Михаил Афанасьевич Матренин – это действительно легенда этого направления творчества, это гордость города Осинники. За период своей работы, как сказала ведущая, а это именно 45 лет, он не только обучал своих воспитанников музыке, но и воспитывал в них порядочность, честность, скромность, именно тех качеств, которые необходимы для жизни человека в современном обществе. Именно Михаил Афанасьевич Матренин, благодаря его патриотическим качествам, любви к родине, любви к городу, и явился основоположником в 59 году прошлого века организатором вот этого конкурса. Конкурс сначала был просто статус музыкальной школы, потом, как уже сказали, в 10 году города, и дальше всероссийский конкурс. Важность этого конкурса прежде всего, что наши ребятишки обучаются вот этому мастерству. Мы все с вами прекрасно понимаем, что российский человек, житель России, всегда гордится традициями и почитает традиции нашего народа. А вот это творчество, это как раз является примером вот этого направления. Поэтому я хочу выразить слова благодарности Сергею Михайловичу, который понял направление деятельности отца и поддержал, уже будучи сейчас, в настоящее время, вот этот конкурс и развивает его в дальнейшем. Сергей Михайлович, большое спасибо вам за державный и гражданский подход к этому делу. Елена Алексеевна, я вам, администрации, Аман Гумеровичу Тулееву выражаю огромные слова благодарности за поддержку этого конкурса, за то, что город Осинники превратился в некую такую площадку, на которой встречаются интересные, талантливые люди вот этого направления. И, уважаемые друзья, присутствующие сегодня в зале, присутствует жена Михаила Афанасьевича Матренина, Тамара Владимировна Матренина, которая на всем жизненном пути оказывала помощь, поддержку мужу и способствовала его самореализации. Это человек, который действительно подтвердил звание женщины-хранительницы семейного очага. Тамара Владимировна, большое вам спасибо за поддержку. Я всех присутствующих поздравляю с началом конкурса. Нашим уважаемым маленьким артистам я желаю успешно выступить. Зрителям интересного зрелища. Ну а жюри, конечно, дать оценку, но и дать напутственные слова для того, что для наших маленьких артистов это было не какое-то занятие места первого, второго, третьего, а некий такой шаг по лестнице развития своего мастерства. Большое спасибо, всем удачи. Оценивать конкурсные выступления участников будет строгое и компетентное жюри, в числе которого именитые музыканты, педагоги, видные деятели культуры, профессионалы всей душой, болеющие за развитие высокого исполнительского мастерства на народных инструментах. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке, орденоносец ордена Дружбы Владимир Борисович Болдырев, город Москва. Народный артист Российской Федерации, профессор, председатель попечительского совета благотворительного фонда имени Матренина, солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, член-корреспондент Академии народной музыки Сергей Федорович Лукин, город Москва. Народный артист Российской Федерации, профессор Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, лауреат премии «Камертон», лауреат премии губернатора Свердловской области Виктор Алексеевич Романько, город Екатеринбург. Слово предоставляется председателю жюри Владимиру Борисовичу Болдыреву. Добрый день, дорогие друзья. Видите, как изменчива наша жизнь. Раньше все больше приходилось играть, а вот теперь говорить приходится. Но в этом и заключается весь смысл жизни. А смысл в том, что сегодня этот конкурс нам говорит о том, что важно для человека память. И я надеюсь, что эта важная категория, как память,
она у всех, кто сидит в зале, у всех, кто будет сидеть на сцене, у всех, кто будет играть, выступать, у всех, кто готовил этих выступающих, у тех, кто будет ценить этот сегодняшний конкурс, останется в памяти в самом лучшем смысле этого слова. А раз есть память, значит, есть и благодарность. Надо благодарить тех людей, которые помогают нам сохранять эту память. Спасибо тем, кто организовал конкурс. Спасибо Сергею Матренину, который помнит своего папу и в честь его организовал конкурс. Это очень важно. А дети, которые сегодня будут играть, детишки, играйте с удовольствием музыку, которую вы будете исполнять. Не думайте ни о чем. Играйте так, что вам очень понравилось. А если вам понравится, значит, есть надежда, что понравится и другим, и даже таким строгим членам жюри. А жюри будет доброжелательным, строгим, но справедливым. Это мы вам обещаем. В добрый путь конкурс. Спасибо еще раз за память. Слово предоставляется председателю попечительского совета благотворительного фонда имени Михаила Афанасьевича Матренина, народному артисту Российской Федерации Сергею Федоровичу Лукину. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые участники конкурса. Мне очень радостно отмечать в очередной раз тот факт, что наш конкурс, детский конкурс, это совершенно потрясающе, это самая главная позиция в нашем работе фонда, потому что дети – это наше будущее. Я рад приветствовать всех участников и организаторов 4-го всероссийского конкурса исполнителей народных инструментов имени Михаила Афанасьевича Матренина. Конечно же, главное зерно – это, конечно, Михаил Афанасьевич. Сегодня много о нем говорили и будут говорить еще долго, долго и долго. Много говорится о различных конкурсах, о их значимости для молодого поколения россиян. Но сегодня хочется мне в очередной раз сказать о Михаиле Афанасьевиче Матренине. Человеке, который не только плод своего времени, но главное, этот человек делает и сейчас, находясь с нами, а он с нами, он делает будущее страны, он делает будущее каждого ребенка, и тем самым он делает будущее каждой страны. А что делал Михаил? То, что делал Михаил Афанасьевич Матренин, это можно назвать вкладом с большой буквы в культуру России. Он не только сохранял золотой фонд народно-инструментального жанра, но и развивал, приумножал эти великие российские исполнительские традиции, педагогические традиции педагогической русской исполнительской школы. Михаил Афанасьевич Матренин был настоящим русским человеком, который своим трудом прославлял свое отечество, российскую культуру. Он был от природы, по своей природе художником, красивым человеком, носил русское имя, русскую фамилию, занимался исключительно русской музыкой. Понимаете, мы все равно приходим к тому, что вот русская музыка вот для нас, для исполнителей, для россиян, мне кажется, является самым главным, приоритетным. Мы в мире интересны тем, что мы представляем собой вот совершенно вот это великое искусство, великую культуру, российскую культуру. Это Михаил Афанасьевич знал, понимал, и это он культивировал. Не только в себе, но и вкладывал своих замечательных студентов, нынешних педагогов. И не только этой школы, но и по России. Мне много приходится ездить и по Сибири, и я очень много встречал учеников Михаила Афанасьевича Матренина. Он был учителем с высокой буквы, педагогом, дирижером. Он в процессе работы, он выворачивал себя как бы наизнанку, зажигал людей, которые его окружали, своей энергией. Иначе никак нельзя. Нужно быть одержимым человеком для того, чтобы это семя, которое он бросал, чтобы прорастало, чтобы были люди, которые помнили всегда и верили, и шли по тем наставлениям, которые делал Михаил Афанасьевич Матренин. Это исходя из жизни. Вот любой профессор, любой народный артист, любой там высшее звание, поверьте, он всегда помнит своего первого педагога. И я помню, и Владимир Борисович Болдырев, и Виктор Романько, и Наталья Викторовна Богданова, и все
замечательные музыканты, которые приезжают сюда на конкурс, и замечательные музыканты, которые приезжают и в Кемерово на конкурс, мы все помним. Мы помним их наставление, мы помним их энергию, и благодаря этому мы живем, благодаря этому мы продолжаем эти великие традиции. Я, конечно, сожалею о том, что я не был знаком с Михаилом Афанасьевичем Матрениным, но я его понимаю. Наверное, у меня тоже был такой же учитель, как Михаил Афанасьевич Матренин, Валентина Григорьевна Ролина в Воронеже, которая меня, в общем-то, и учила всему. И дальше у меня были очень хорошие учителя и друзья. Но я счастлив тем, что я знаком с Сергеем Матрениным. И вот наш, как мне кажется, вот этот союз, его желание и мои какие-то такие, мое понятие о развитии жанра максимально вложить в наших детей, в искусство, в исполнительство народных инструментов. Вот мы благодаря этому мы как-то спорим, сотрудничаем, но вот у нас получаются очень хорошие, интересные проекты. Я считаю, что это проекты очень хорошие не только на кемеровской земле, но и в России в целом. Вот, уверен, что наша задача, как взрослого конкурса и всех проектов, естественно, как детского, заложить точно такое же зерно, чтобы после нас, когда придет когда-то, к каждому приходит такое время, вот, чтобы после нас оставались еще такие же Матренины, чтобы были люди, которые продолжали эти великие традиции. Вот, чтобы из этих маленьких ребят, которые сегодня выступали на третьем, на втором, на первом конкурсе, чтобы это были люди с высокой буквы, российской высокой буквы. Я желаю этому конкурсу. Я уверен просто уверен, что конкурс пройдет на высоком профессиональном уровне, потому что все составляющие, все говорит о том, что это будет конкурс жить и действовать, и, как сказал правильно Владимир Борисович Болдырев, в добрый путь. Конкурс, я уверен, что все будет совершенно замечательно. Конечно, детям мы желаем отличного выступления. Уважаемые ребятки, не бойтесь, мы такие же, мы тоже волнуемся за вас, мы тоже переживаем, понимаете. И я всегда говорю, что члены жюри – это, в первую очередь, ваши хорошие друзья. Не нужно помнить об этих каких-то званиях. Эти звания, есть имена, есть порядочность, есть доброта, а самое главное, есть желание, чтобы после нас не было выжжено земли, чтобы после нас все расцветало, чтобы цвели сады, а сады – это вы. Добрый путь, всего вам самого хорошего. Дорогие друзья, все напутствия сказаны. Участники находятся в волнительном ожидании. Члены жюри и зрители в предвкушении открытия новых имен и талантов. Четвертый всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Михаила Афанасьевича Матренина объявляется открытым. Thank you.
Дорогие друзья, вот и стартовал наш конкурс. Мы желаем всем исполнителям честной борьбы, ярких выступлений и уверенности в себе. Пусть каждая минута, проведенная наедине с инструментом, станет настоящим событием не только для вас, ребята, но и всех зрителей. В добрый путь, конкурсанты! Пусть творчество будет безграничным!